Да, алло. Надь, это ты? Что случилось? Что такое? Что у тебя? Это ты, Серёга? Ну, я. Ты посмотри, сколько времени-то. Наши все уже давно собрались и ушли. А я там в душ пошла, у меня воду отключили, а потом кран чего-то... Какую воду? Ты что? Какая вода? Ой, я не могу. Ну, ты что, забыла где? Давай беги быстрее. Да, я одеваюсь, бегу. Через 15 минут будешь? Через 10. Ну, значит, через 20. Ну, давай быстрее. Все, бегу, бегу. Alberto Sordi. Все-таки последний вечер. Я почему-то думала, ты не придешь. Спасибо. Проходи. Глупо сейчас спать, правда? Когда еще попадем сюда? А может, пойдем прогуляемся, наши все пошли? Ты хочешь? А ты?
мне все это только кажется. И на самом деле я вижу какой-то необыкновенный сон. Нет, конечно, все это правда, я просто обыкновенный, счастливый человек. Жила-жила себе 25 лет и не догадывалась, что вдруг однажды наступят самые счастливые дни моей жизни. Я ведь с первой же минуты, как увидела Сережу еще в Москве, Господи, ну, конечно, я счастливая, только ту-ту-ту. Ты чего улыбаешься? Да так, вспомнила о своих. Девочки? Куда портрет будем вешать? Да не надо его никуда, зачем он здесь-то? Много вы понимаете. Ты бы еще сюда всю доску почета притащила. А это что за пошлость? Вот сюда портреты повесим. Ну чем тебе японка не понравилась, а? Ну где тут пошлость? Пошлость. Инга, не лезь. Ленок же у нас комсомольский деятель. Если бы эта японка в спецовке была, да еще на фоне станка. Очень хорошо. Люди входят и сразу видят. Ваньку побежала пасти. Вот дура. Надежда Тимофеевна, помощь нужна? Обижаешь. Ванечка, тебе помочь? Черт, не успели дом сдать, лифт уже не работает. Тебя голубиха искала? Кто? Прасковья Васильевна? Ну, а кто же еще, нашла? Нет, а зачем искала-то? Не знаю. Вот так. Фу, все. Дальше сами как-нибудь, я побежал. Ваня! Ваня, ты куда? Ваня, подожди! Ваня! Вань! Вань! Подожди, стой! Стой, Ваня! Ты чего, Ленок? Ты танцевать любишь? Люблю. Ну а кто тебе музыку привезет? Пушкин, что ли? Вань, значит, как договорились, весь день вместе. Мне сегодня Голубева за тебя втык сделала. Почему? Ближайшей подруге 20 лет и не комсомолка. Ой, да мне начальство просто не везло. В каком смысле не начальство? А мы так в нашем ПТУ в Кургане комсорга звали. Я им говорю, подожду перевыбора на собрание. А его, как назло, так долго не было. А тут как раз вербовщик отсюда приехал, Василий Горыч. Год я осваивалась, а после комсомольского съезда ваш сами ко мне никто не подходил. Конечно, вступлю. Слушай, как ты думаешь, а он успеет ее встретить, а? Я думаю, да. Кто? Он же за музыкой поехал. Угу, с Прасковьей Васильевной на пару. Я говорю, он поехал за музыкой. Он за музыкой поехал.
что случилось? В чем дело? А? Да вон пробка перед стоянкой. Ой, сколько их! Господи! Ой. Слушай, ты бы помог им. Ага. Обойдутся. Ты что, не стыдно тебе, женщина корячится? Да вы что, Прасковья Васильевна, вы что? Это же вам не Внуково, это же международный аэропорт. Ну и что? Глазом не успеете моргнуть, как он заберут до выяснения. За что? За что? За фарцовку. Ну вещи-то он, видите, какие, фирма. Откуда власти знают, что вы просто сердобольные? Помочь вам, видите ли, захотелось. Да. Тоже правильно. Он же говорил. Серьезно, у них никогда не было и нет. Только 2 года за ней бегает. А поскольку ничего не светит, по сторонам промышляет. А так ничего. В Италии ей стоило укатить? Так он тебя удостоил. На ковре сидели? На брудершафт пили? На 2-м году знакомства. Угу. Стихи читал? Про одиночество говорил? Тут индивидуальность говорил? Что свет вон ярко горит, и надо его выключить, говорил? У суда вопросов больше нет. Все, хватит. Кончено. Я слышать больше не хочу ни об одном мужике. В конце концов, нам что, поговорить больше не о чем? Ну о чем? О плане, что ли? Почему еще есть искусство, спорт, политика? Искусство — это хорошо. Но если оно стоящее, там ведь тоже про это. Я вот о животных люблю, а там тоже про это. Все, хватит, я с этим покончила. Сердцу не прикажешь. Прикажу. Хватит. А то унижаться, бегать. Ждать, пока он тебя выберет. Ноги целовать. Свои достоинства терять. Нет. Извините. Посмотрим, как у тебя получится. Ванька, что ли, вернулся? Сейчас! Открыто! Здрасте, а Лена Харитонова здесь? Да. А, Лен! Лен, это к тебе. Иди. Хорошенький. Здрасте, Лена. Меня зовут Олег Макарцев. Очень приятно. Лена. Здрасте. Здрасте. Я из Московского радио. Меня к вам направил товарищ Голубева, Прасковья Васильевна. А, очень приятно. Дело в том, что мне нужна Надежда Родионова. А, Надя, проходите. Наследство чё? Вот теперь придется влезать, Прасковья Васильевна. Надо толкать. Ну, Прасковья Васильевна. Надо. Только замуж ее выдать, и все. Значит. Так, сколько у нас? Так, 28. Ну вот все. Все. А вы все закончили, да? Да! Просто мы с вами так хорошо говорили. Я хотел записать это все. Присядем. Ну, 3 минуты, Надежда Тимофеевна. Ну, давайте присядем. Да у меня так не получится. Ну как? Ну неужели не сможете повторить? Да не обязательно теми же словами. Вы, главное, рассказывайте, не стесняйтесь про... Ну, что вам хочется, то и рассказывайте. Ну что, попробуем?
Давай. Ну, давайте. Сейчас, извините. Вот так, чтобы не мешали. Надя Родионова, ваша ученица. Да. Вот у вас не так давно родился внук, и вы ушли с фабрики, да? Да. А потом вы дома долго не высидели, и пришлось вернуться, так сказать, в родные пенаты, да? Да. Ну, Надежда Тимофеевна, ну мы же с вами разговаривали. Да не понимаю, ну что ты хочешь? Ну, давайте просто будем беседовать с вами, а? Ну, давай. Ну, или хотите? Хотите, я вам буду задавать вопросы? Да. А вы мне на них просто отвечаете. Ну, давай, или... давай, о, давай, давай. Замечательно. Так, начали. Надежда Тимофеевна, вот вы ведь работаете с Надей Родионовой на фабрике. Раньше работала. Извините. Надежда Тимофеевна, нам уже стол нужен. Оля! Ага, давайте, девочки, потихоньку, начинайте накрывать. Ой, если вам не трудно, закройте дверь, пожалуйста, а? Ну. Да. Так вот, вы говорили, что Родионова, она как дочь вам. Вкалывает, как заведенная, работяг, каких мало, да? Да. И что все 10 лет, как из деревни в ПТУ приехала, она от вас ни на шаг, да? Да? Слушай, ты выключи ты эту штуковину. Ну что ты в нее как бормашину в зубы тычешь? О, Господи. Юноша. А я вам нравлюсь? Чего? Юноша, признайтесь, а вы еще не совершеннолетний? Никакой вы не радиожурналист, а сам настоящий школьник, правильно? Да нет, я уж почти год работаю. И вообще меня к вам официально прислали. На журфак хочешь поступать? А разряд какой-нибудь имеешь? Чего? Ясно, не имеешь. А был бы разряд, куда угодно бы приняли. За меня, между прочим, два вуза боролись. Спортивная гимнастика, кандидат в мастера. Ну и чего ж вы? Мениск. Не веришь, что-нибудь показать? Мениск? Юноша, вы нетерпеливы, нельзя так торопить события. Мениск в следующий раз. Ладно. Дам вам информацию к размышлению. Когда простая брянская девчонка решила завоевать Москву, ей показалось, что сделает она это в два счета. Но суровая правда жизни заключалась в том, что уже после первого курса педагогического института, куда ей удалось пролезть не без помощи своего разряда, ее все-таки выперли за, так сказать, систематическое невыполнение учебного плана. И вообще, и наша замечательная героиня должна была удалиться в места не столь отдаленные от Москвы, разумеется, чтобы не пасть окончательно. Юноша, вам интересно? Нет, правда, если групповой портрет бригады получится правдивым, то репортаж могут пустить в эфир, а это, сами понимаете, мне для поступления. Юноша, а вы уверены, что можете отличить, где правда, а где липа? Да уж постараюсь. Это по существу цель моей жизни. У вас есть цель в жизни? Юноша, вы мне определенно нравитесь. Ну что ж, дерзайте. Так долго молчала, я сегодня тебя увидала во сне. Напишу обо всем,
Но ответь мне сначала, как сердечко твое все болит обо мне. Ветки яблони в сумерках, будто руки мамины. То они прощаются, то зовут к себе. Укатила с яблочка, далеко от яблони, словно по тарелочке, по своей судьбе. То снежинки, то листья в окне пролетают, телеграммы звенят в проводах на ветру. Я тепло одеваюсь, но мне не хватает даже летом тепла твоих ласковых рук. Ветки яблонь в сумерках, будто руки мамины. То они прощаются, то зовут к себе. Укатилось яблочко далеко от яблони, словно по тарелочке, по своей судьбе. Словно по тарелочке, по своей судьбе. Надь, Надь, скажи, а ты выучил что-нибудь по-итальянски? Вива партия коммунистов. Ну, это понятно. Это естественно. Вот так, аривидерчи, понятно, бонжорно тоже понятно. Коми стай, как дела? Кванта, коста сколько стоит? О, слушай, Надь, а дурно это у них, тоже понятно. Начался разговор о шмотках. А вот это девочки у них на каждом углу продают. О, Ленок. Ты знаешь, Ленок, выяснилось, что я сторонник стабильности, а с тобой у нас было так. Затмение. Я и Надьке так все объяснил по дороге. Правда, ей это все до лампочки. Леночка, дай пройти, а? А если я скандал устрою прямо сейчас? При всех? Кому? Тебе и ей. Лена, успокойся. Внимание, товарищи. А теперь, Надюша, самое главное. Как говорится, от имени и по поручению. Ой, прям перестройка на марше. Сначала проводим художественную часть, потом торжественное заседание. Подожди, Вань, подожди. В общем, пока ты выезжала за рубеж, было принято решение, поскольку ты у нас личность во всех отношениях глубоко положительная, выдвинуть тебя кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по аплодируем, товарищи. Проскурь, Василий, простите, но ведь выборы-то не так скоро еще. А это дополнительные выборы по нашему округу вместо досрочно выбывшего. Так что, Надюшенька, будешь теперь народной избранницей. А вот Лена, а где Лена? А вот Леночка будет твоим доверенным лицом. Ну, значит, сегодня у нас среда. Ты, значит, это как его, приходи ко мне завтра, ладно? Подпишешь согласие, потом во вторник у нас собрание, мы тебя выберем и полетишь. И полечу. Слабо, что ли? Вот тетя Надя. И в президиум их сидела, и по телевизору ее показывали. А, кого-то встречала, ты? И кого-то провожала. Вот только кого? Хоть убейте. Ты че это? Нет, оно, конечно, веселее, чем у станка-то мается. Ну ты че это? Я спрашиваю. Нет, потом смотрю. Как, однако, мало от меня требуется. Там улыбнись, там по бумажке без запинки прочти. Ну ладно, ну не заводись, я тебя умоляю. Спасибо тете Наде Бурыгиной. Она первая не выдержала. Ты, говорит, кукла ряженая, когда последний раз у станка-то стояла? Ну вот, теперь ты заводишься, как да? Налетела на меня? Ну, подожди. Понимаешь, я не хочу, чтобы ей это больше, чем работа нравилась. Но... Ведь она же подрядилась завтра, уже на радио. Ну а чем плохо, я не понимаю, мы должны выдвигать. Тебе тут выдержка нужна. Ничего, выдержу. Ну, что ты митингуешь, я не понимаю. Да выдержит ладно. Она, мы должны выдвигать молодежь. Ну, пошли спать, пошли. Пока. Пока. Спасибо за все. Я Пока. Тебя жду завтра. Господи. Почему ж так все несправедливо? Лен, да брось ты, а? Да не бери в голову. Вань, без балды, скажи, зачем я тебе нужна для коллекции? Погубит тебе любовь к правде, Надюха? Нет, честно. Для коллекции? Вот за что тебя люблю? За то, что хоть ты не врешь.
Как будто ты такой героиней не могла стать. Лин, ты чего? Ну, тише. А что, я неправду говорю? Вспомни, как было. Ну, вспомни. Надь, да вы что, ну мы ж просто так здесь. Вспомни. Ленка, слушай, перестань. А что за базар, девочка? Отвали. И вы, пожалуйста, посмотрите пока телевизор. Вспомни, вспомни, Ленок. Вспомнить? А ты разве забыла? 3 года назад Котов после совещания в министерстве велел Голубихе какой-нибудь почин придумать. Все забегали, засуетились. Кого, что? А вот Наденька Родионова, воспитанница самой Фомичевой. Чистая анкета. Пусть организует комсомольскую молодежную бригаду, а сама возьмет 12 станков. Только Котову это все равно не помогло. А я? Я что, не потянула? А что толку, Наденька? Потянула. Только у тебя ж все не кондиция шла. Или я вру? А ты забыла, подруга, какая у меня задача была? Показать всем, что на 12 работать можно. И показала. Показала. Только кому сейчас эта работа нужна? Теперь не то время. Теперь качество дай. Лен, ну ты тоже вспомни. Сколько раз мы в кино на танцы, а Наденьку на пластом на койку. А что толку? Почин-то все равно дутый. Потому что сколько не вкалывай, а потом на койке не лежи. Брак это брак, понятно? А у кого не брак, у тебя? У Фомичевой Надежды Тимофеевны. Пока ты по заграницам каталась, она на твои 12 встала и все высшего качества. Только вот депутатам ее не выдвигают. И квартира старая. Правда, что ли, тетя Надю к вам поставили? Где ты раньше была? Активистка, борец за правду. Или тебе наш общий друг покоя не дает? Ну уж извини, одним все, другим во! Ну, Надь, ну зачем ты так, ну? Да идите вы все. Ну вот ты дома. А в конце концов, что тебе не нравится? Что Ленка на тебя налетела? Так она права, за мужиков надо драться. Даром, что ли, она из Иваново сюда перебралась. Вообще, за все в этой жизни надо драться. Приходится. Может, и есть где-то такие, у кого с рождения. И квартиры, и родители интересные, и поездки. Только я лично на фабрике таких не встречала, которым все само в руки идет. Даже пару зимних сапог купить надо сначала полгода деньги откладывать, а потом еще полгода ловить. Еленка права. Если бы ей квартиру, ее в Италию, может, тогда и Ванька ей не так уж и нужен был. А насчет того, кто как работает и у кого брака больше, это еще мы посмотрим и сравним. Вот этого как раз мы не боимся.
Надь, и еще одно. Там Бобров замзав отдел. Мой шеф, короче. Он может зайти. Ну, не к вам, а в аппаратную за стекло. Да не волнуйся ты, все будет нормально. Куда идти? Туда. Туда-туда. Привет. Здрасте. Все в порядке, сейчас будем писать. Я не думала, Прасковья Васильевна, что вы, как секретарь парткома, будете играть со мной в прятки. Никто, Надя, с тобой в прятки не играет. Но я не понимаю твоей мысли. Что тебя беспокоит, я не понимаю. Объясни мне. Что? Зачем Фомичева на мое место поставили? У нее же стаж 30 лет, у нее же руки золотые. Конечно, она еще мои ошибки учла, и, конечно, у нее все будет высшего сорта. Я не понимаю, что тебе не нравится, что кто-то лучше тебя работает? Нет, ну мне нравится, но это все, все как у нас сделано специально. Ты что? Прасковья Васильевна, я продолжу. Подожди. Прасковья Васильевна, ведь это я освоила 12. Я не она. Я всем показала, что так работать можно. Я? Ну и что? Вы за это меня награждали. Вы депутаты меня, ну. Ну говори, говори, говори. Я потом как дура в Болгарию, потом в Италию, а Харитонова в это время подговаривает Надежду Тимофеевну мои 12 встать. А теперь кто я? Да мне по фабрике теперь пройти неудобно, все в морду тычут. Кто тычет? Кто именно? Да неважно, сегодня одна, завтра другая. Одну минутку. Извините, совещание. Что ты хочешь? Не знаю. Ах, не знаешь. Я знаю только одно. Мне с Фомичевой не ужиться. Пожалуйста, можете снимать. Меня без работы не останусь. Правильно тетя Надя говорит. Жизнь как матрас. Полоса белая, полоса черная. Как вчера казалось, что все. Весна, теплынь. И вот на тебе. Одно к одному. Чего ты уставился? Хочешь подвалить, так давай, не робей. Или у меня на физиономии написано «Передовик, кандидат в депутаты». Вот возьму и пошлю все куда подальше. Послать, что скажешь. Почему я должна все время всем что-то доказывать, куда-то лезть, быть лучше других, входить в чье-то положение, думать обо всех? Вот ты, например, думаешь, такой неотразимый.
Вот возьму и уйду в хиппи. Или в монашки. Интересно, что тогда Голубева скажет. Ну все, я пошла. Алло. Мне горячий Виктора Ивановича, будь любезны. Здесь нет таких. А это не горком? Нет. Ой, извините, извините. Мне горячего Виктора Ивановича. Это я. Ой, Вить, это ты. Здравствуй, это Голубева. А. Ага, ой, Вить. Здравствуй. Слушай, тут такая мысля появилась. Ну? Что, если нам не выдвигать кандидата? Куда? Куда-куда? В депутаты куда? Не понял тебя. Как это не выдвигать? Что у вас произошло? Да так, ничего особенного. Ты первому так ответишь? Ничего особенного, когда он тебя на бюро... Почему сразу на бюро? За что? И ты еще спрашиваешь? Ну, слушай. Тогда, если, например, нам... другую надежду выдвинуть. Фомичеву, помнишь такую, а? Ну, помню, и чё? Ну, ну вот, в депутаты ее. Вот это. Значит, а? Слушай, а что все-таки с Родионовым? Что случилось? Да нет, ну что с ней может случиться? Ничего с ней не случилось. Но, понимаешь, ведь. Ну, в общем, есть такая мысль, чтобы подумать насчет Фомичевой. Так у вас же всего одно место, всего одно. Место досрочно выбывшего, или я ошибаюсь? Да нет, все правильно. Ты не проверяй, одно, не проверяй. Ну вот, ты разнарядку получила? Получила. Ну, там что сказано? Там сказано, нужна девушка, комсомолка. А Фомичева, насколько я помню, беспартийная и пенсионерка. И ты че? Какая она пенсионерка? Она работает. Ну, не комсомолка же. Да, она не комсомолка. Но пионерка в некотором роде. Слушай, с Родионовым, все в порядке. Ты не темнишь? Да в порядке. В порядке, не волнуйся. Ну, вот учти, во вторник последний день. Собрание готовишь? Готовлю. Ну, вот и давай проводи, а не юмори. Ну, вот, понимаешь, чего? Да не смеши, говорю, Фомичева, понимаешь, девушка. Бабушка твоя Фомичева. Все, пока. Бабушка рядышком с дедушкой. И гордости не на грош. Уйду. Пусть сам меня ищет. Да что там искать? Сел в электричку и приехал. Все, хватит. Ухожу. Сережа! Сережа! Надя, простите, вашего отчества не помню. Неаполевна. Чего? Отчество мое Неаполевна, простое итальянское отчество. Ну что ж, Сергей Владимирович, я думаю, что у вас будет долгий разговор. Я, пожалуй, пойду. Да-да, мы с вами завтра увидимся и извините. До свидания. Ладно, дурак отвалить. Не видишь, что ли, куда едешь? А ты куда лезешь? Осторожней, надо, люди вокруг. Thank you.
Надя, садись. Садись, здесь стоять нельзя. Ну что, силы тебе? Ремень накинь. Куда мы едем? Найдем где-нибудь подъезд и будем целоваться. Зачем подъезд? Что, молодость решил вспомнить? Ага. У тебя же общага. У меня квартира уже давно, новая. Быстро ты. А чего тянуть? Можете мне в область перебраться. Кооператив? Премия. Лихо. Ой, а я все за свои кровные. Да ведь ты и в Италию ездила. Не за свои, а? Конечно. Профсоюз добавил. Сереж, а ты что завидуешь? Так я еще не то могу. Меня в депутаты Верховного Совета выдвигают. Ну что, насмотрелся? Да, ничего. Я-то думал, простая фабричная девчонка, я для нее, а это она для меня. Ну все, хватит. Ну ладно, Надь, ну, да перестань. Ну что, пошутить нельзя, ну что. Отстань, ну, убери руки! Девчонку нашел. Опять занервничал. Можешь домой бежать. Ну ладно, хватит. Надя. Ты слышишь? Надежда. Слышишь, нет? Открой, говорю тебе. Открой, я дверь сломаю. Надежда! Надя! Послушай, я... Не надо ничего. Да нет, я ведь... Иди. Здрасте, Прасковья Васильевна. Угу. Чем занимаешься? Да вот, многотиражку нужно о патриотическом воспитании написать. А что? Вот что, Леночка, у меня есть к тебе один вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь, что такое общественная работа? Прасковья Васильевна,
Ну, я даже не знаю, с чего начать. Хорошо, я тебе помогу, моя дорогая. Общественная работа – это процент плана. При любой перестройке. Есть процент – хорошая общественная работа. Нет процента – катись ты с этого места и иди к станку. Что ты молчишь? Спорь, возражай. Ну, что спорить-то? Все верно. Только возле станка надо потеть, моя дорогая. А здесь, конечно, легче переписывать из газеты в многотиражку. Не правда легче? Легче. Так почему же ты ставишь палки в колеса тем, кто может? Я, Прасковья Васильевна, правду люблю. Ах, правду? Да, правду. Все знают цену этим родионовским рекордам. А у нас сейчас не то время, чтобы молчать. Люди видят и говорят. Что говорят? Надька то в Италии, то с журналистами, то квартира вне очереди. А Фомичева встала к станку и... Фомичева не комсомолка. Ну и что? Как что? По-государственному надо рассуждать, по-государственному. Возьмем Надежду Тимофеевну Фомичеву. Лучше она работает Родионовой. Безусловно, лучше. Безусловно. Но перспективно ли для нас Фомичева? И в конце концов нас могут спросить, почему мы не выдвигаем молодежь. Могут нас спросить. И к тому же, что ты сама устраиваешь. А что я? Ты что, думаешь, никто не знает? Сведение личных счетов. Так что подумай, дорогая, как нам выпутываться из этой ситуации. Фомичеву нужно убрать со станков. Каким образом? Кто на это пойдет? И у кого язык повернется в конце концов? Ну, если, как говорится, по просьбе народа. Мы попросим, бригада. А мотивировка? Мотивировка? Дескать, дорогая Надежда Тимофеевна, нельзя, чтобы ваш бесценный опыт пропадал зря. И вот мы, группа учениц нашего ПТУ, мечтаем, чтобы вы были у нас наставницей. А девчонки согласятся? Я договорюсь. Сегодня у нас? Пятница. К понедельнику, чтобы все было готово. Здравствуйте, тетя Оль. Девчонки у себя мои. С новосельем. Спасибо. Ну, как ты? А? Извини, извини, тетя Оль, тороплюсь. Привет. Привет, девочки. Здравствуйте. О, Надька, привет. В общаге соскучилась. Выйдем, поговорить надо. Ты завтра вечером чего делаешь? А что? Итальянский знакомый? Холостые или как? Еще интереснее. Ну, а может зайдем, а? Да нет, некогда. Ты знаешь, хочу завтра в ночную выйти, новый маршрут попробовать. Поможешь? Заводная ты, Надька, не имется тебе. Ну так как, поможешь? Конечно, помогу. Спасибо. Дейкина! Чё? Оля! Собирайся, идем к Надежде. Какой Надежде? Ну, какой, к Фомичевой. Инка там наверху уже ждет нас, давай скорей. Голубиха просила. Да что случилось-то? По дороге объясню. Слушайте, девчонки,
Не могу я врать. Ты о Родионовой подумала? Ей-то каково? Не ты ли этого больше всех добивалась? Я. Я ее улаживать буду. А ваше дело молчать и присутствовать. Пошли. И учтите, если не получится, Надька уйдет с фабрики, вы ее знаете. Какие девочки? Ну, ты знаешь. Боже мой, я тебя не узнала. Слушай, ну что, попросили? Просили. И ты согласилась? Согласилась. Ну, что ты молчишь? Надь, ну ты же ее сама раздеваешь перед всеми. Она же твоя ученица. Ну что? Ну, Паш, ну так ведь испортим же девку-то. В конец испортим. И главное, хорошая же девка, и сами же испортим. Своими руками. Ой, да ничего, устоит. Ох, устоит. Да может и устоит, только против кого? Против нас же с тобой и устоит. Ой, Господи, да пойми, у меня разнарядка. Надо выдвигать молодежь. Надо, понимаешь? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ой, бедная душа, Господи. Иван! Подождите! Стойте! А, наш молодой любознательный друг. Интерес к девочкам, я вижу, растет. Нет, я специально к вам приехал. Бобров сказал, что в групповом портрете бригад должен быть обязательно профессиональный помощник мастера. Вот. Это правильно. Правильно. Вот. Без меня в групповом портрете картина будет необъективной. Да, наверное. Только я сейчас в Москву. Ну вот и по дороге поговорим. Вы не возражаете? А что я буду возражать? Садись. Хорошо. Спасибо. Поехали, старушка, поехали. Можно записывать? А? Магнитофон можно включить? Да, обязательно. Ну, понимаете, Иван, меня интересуют не какие-то производственные подробности, а духовный мир человека. Поговорим об этом. Ну, как скажешь. Ну вот, расскажите мне, пожалуйста, вот для вас. Что главное в жизни? Ну, думаю, что всем хорошим в себе я обязан книгам. Потому что книга – это замечательный источник. Ну, да, а все-таки, ну, вот ваши личные какие-то планы, мечты? О планах и мечтах? Ну, значит, мои планы и мечты. Или вначале мечты, а потом планы. Ну, хотя все равно, потому что планы мечты друг от друга, они же ничем не отличаются. У меня что планы, то и мечты. Ну, а нельзя как-нибудь поконкретнее, а? Чтобы не растекаться. А надо? Ну, если конкретно, то я планирую, ну, мечтаю сделать сегодня грандиозный ченч. Что? Какой ченч? Ну, ну, speak English. А можно на родном языке? Можно и на родном. Короче, словарь Далина, Брагауза и Фрона. С целью приобрести всего Соловьева. Мистика богоискателя. Которого, в свою очередь, обменять на все литературные памятники. Или на академбиблиотеку. А их уже, в свою очередь, на всего Булгакова. Или на
комплект Нивы с Мандельштамом и Ахматовой. Хотя соглашусь и на других декадентов, но тогда уже с библиотекой приключений. Вот так вот, мой дорогой друг. Ну, это ваше хобби, но есть еще какая-то работа. А вот она-то и есть хобби. О, мой тезка. Слушайте, Иван, а вам не кажется, что вы с вашими мечтами и планами просто плюете на вашу бригаду, а девочки этого, по-моему, никак не заслуживают? Ты как со старшими разговариваешь? Да кончай ты тянуть! Да ладно. Знаешь, ты вынеси меня вообще за рамки. Как будто есть я, как будто нет меня. Как все делают вид. Вот и будет у тебя нормальный групповой портрет в производственном интерьере, как у нас привыкли, с положительным героем. Иван, ну я же хотел с вами серьезно поговорить. Здорово, Ваня. Привет. Здорово, здорово. Подожди, сейчас. Ну вот вы закончили институт. У вас есть диплом инженерский, а вы работаете как рядовой рабочий. Можно ли сказать, что это единственный путь, за которым стоит решение всех проблем? Ну ты подковался. Ничего за этим не встает. Ну почему? Ну ведь нам давно пора перейти на технику, с которой может управляться только человек с высшим образованием. Хочешь, я скажу тебе, что за этим стоит? Просто инженер на нашей фабрике получает меньше, ответственности больше. Вот и все. Ну не только поэтому. Хорошо, не только поэтому. Петрович, а ты что здесь? А, Надя. Да вот надо сегодня новый станок подготовить. А с моими все нормально? Да вроде бы. А ты что здесь? Я хочу новый маршрут попробовать. А то у меня все не кондиция, брак. Че молчишь? Не слышишь, что ли? Да слышу. Чего не слышу? Брак. Обычное дело. Вот я и хочу, чтобы у меня было все в порядке. А потом опять куда-нибудь укатишь? Ну теперь, какая страна у тебя на очереди? Ты чего? Извини, Надь. Считай, что я заболела и сегодня не помогу тебе. Что с тобой? Я раньше ходила на фабрику и удивлялась. Все у нас в бригаде складно. Обо всем можно сказать. Ловчить, хитрить не надо. Чудеса, да и только. Тебя уважала за то, что не побоялась меня к себе взять. Ну а вчера... Молодец, Надька. Хватка у тебя, будь здоров. Или я, или Фомичева. Крепко. Но вот я в эти игры не играю. Хочешь обижайся, хочешь нет. Чайку не хочешь? Нет, спасибо. А знаешь, что мне, кроме чая, помогает? Ну вот, набросились все. Кто учит, кто чуткость проявляет. Я же вижу, что сама во всем виновата. И никакими словами тут не поможешь.
А, Надюшенька, а я к тебе. Мне Ольга сказала, что ты хочешь новый маршрут попробовать. Вот посмотри, тут записала. Шестой автомат капризничает на втором часу работы. Ну и про другие. Какая благородная. Да я в твоей помощи не нуждаюсь. Вообще ни в ком не нуждаюсь. Ни в ком! Надежда. Надь, может, посидим? Я Кварков достал, классная группа. Сидеть будем на ковре. Ну, это от тебя зависит. Обязательно посидим. Вот как только удавиться захочется, сразу и посидим.